Офигеть, какая, конечно, жесткая, большая у меня. Какой у меня жесткий большой паровоз. Impossible Gamer, ребята, Impossible Gamer разговаривает на русском. Он может мне знать. Ты снимаешь, блин, меня спалили, чуваки. О май гад, меня спалили. Всем привет, друзья, меня зовут Фанрикс, и добро пожаловать в мой новый ролик. Ребята, посмотрите, что за красота с большими глазами сзади меня. Посмотрите на эту красоту. Я просто в шоке, друзья. Это просто жесть. Посмотрите, какой офигенский пет, ребята. Я не ожидал. Я не ожидал, что Виверна такая красивая, ребята. Это самый, пока что, самый эксклюзивный пет в игре. Ребята, посмотрите на эти глазища, посмотрите на это лицо. Офигеть, вот это он милах. Вообще круто сделал, ребята. Ребята, он очень редко оказывается, очень редко падает. Я не знаю почему, но их почему-то вообще мало в игре. И очень тяжело их выбить. Столько робоксов, ребята, посливали вообще. Кучу робоксов. Есть ютуберы, которые по 100 тысяч, по 200 тысяч посливали. И всего по 2, по 3 штуки такие получили, ребят. Это просто жестко. Посмотрите на эту красоту, друзья. Вот он у меня, вот он у меня здесь. У него получается best friend, как обычно. На момент записи этого ролика 174 в игре. Ребят, и спасибо большое моему другу Кукибою, что дал мне его, чтобы я вам его показал. 174 в игре по сравнению с 17 тысяч из 1200, которые тыквы, это, конечно, вообще жестко. Тут Санты 1161, а этих котов еще больше. Мы сейчас пойдем его чекать, посмотрим на его анимацию и зайдем в трейдинг-плазу и посмотрим на реакцию людей, которые будут смотреть на него. Друзья, это очень круто. Сейчас начинаем. И, ребята, перед тем, как мы начнем, у меня к вам большая просьба. Друзья, нас практически уже 100 тысяч на канале. У меня к вам большая просьба, ребята, кто еще не подписан, подписывайтесь на канал. Давайте добьем 100 тысяч подписчиков и обязательно, ребята, поставьте лайкусики этому видосику. Я стараюсь для вас и для меня ваша оценка очень важна. Также, друзья, кто еще не знает, у нашего канала есть свой дискорд сервер, где вы можете продать или обменять питомца, поиграть с другими игроками или просто пообщаться в чате и найти новых друзей. Так что присоединяйтесь, ссылка в описании. Ну что, погнали! Итак, друзья, этот питомец берется у нас с нашего подарка, который стоит 800 робуксов один, либо 2400 робуксов сразу за 3. Но, ребята, я потратил 8900 робуксов на 11 сундуков, на 11 таких подарков, и нифига не выпало. Точнее, выпало все, кроме вот этого виверны, ребята. Тут написано 2%, но мне подписчики подсказали, что это неправда. Говорят, что там вообще 1% каким-то образом. Я не знаю, как они это поняли, но говорят, что это жестко, что 1% всего. Поэтому, ребята, очень тяжело, конечно, его выбить, потому что, во-первых, он донатный, и, во-вторых, он очень редко падает. Но я специально для вас его достал, и сейчас вам все покажу. Ну что, побежали, побежали. Давайте сразу бежим. Посмотрим на реакции людей. Бежим с ним вместе в трейдинг-плазу. Сейчас посмотрим, как будут реагировать ребята, которые там сидят. Там, наверное, сейчас, короче, много людей. Блин, ребята, знаете, что я сделал? Я понял, надо было так не сделать. Надо было его сначала спрятать. Надо было зайти голяком, вообще без ничего, вообще без ни одного пета. А потом его одеть. Стопудово. Сейчас мы так и сделаем, друзья. Сейчас мы так и сделаем. Точно. Я что-то забыл. Так, смотрим, кто у нас здесь. Кто у нас здесь? Андрей. Андрей может меня знать. Сахар. Нет. О, уже прыгает. Так, короче. Короче, валим отсюда. Давайте мы его сейчас снимем. И зайдем, типа мы, короче, без ничего. Типа мы без пета вообще. Полностью голенькие. Залетаем. Так, снимаем его. Быстренько снимаем. И теперь уже можно. Типа мы без ничего вообще. Просто зашли. Сейчас будем. Сейчас зайдем, короче. Будем, типа, просим петов. Я надеюсь, меня там никто не узнает. Потому что скажут: Фанрикс, что ты тут рассказываешь? Сразу мне спалят. Так, заходим, ребята, сейчас заходим, становимся и просим петов. Сейчас посмотрим, что там за люди. Так, я здесь, отлично. Так, трейдинг паза, погнали. О. Так, Элси, это не тот Элси. Вот, чувак, смотрите, богатенький мажорчик тут вообще, 4 хуга у него. Так, давайте писать, просить пета. Куча людей, смотрите, сколько у чувака уже мификов. Классно, ребята, кстати, можно мифики получать, если бегать по сервакам и ловить этого торговца. Это тоже очень круто. Я вот тоже очень много мификов так купил. Так, давайте откроем сначала. Так, отлично, трейдинг у нас открыт. Есть. Так, и давайте пишем, ребята, пишем. Так, давайте, please, pet. Есть, погнали. Так, please, pet, дайте пета, пожалуйста. Я нубик, я первый день играю. Пожалуйста, дайте пета. Чуваки, богатенькие буратины, дайте мне пета, я без денег вообще. Так, куда этот чувак пошел? Чувак, дай пета, пожалуйста. Ну дай хуга, что тебе жалко? У тебя их сколько? 4. Дай одного, тебе что жалко? Плиз, пет. Блин, чувак, ну пожалуйста, ну не будь таким. Тебя...
Слился, ребята. Слился, прикиньте. Давайте еще раз. Please pet. Pet free. Есть. Please pet free. Смотрите, все, короче, все тупо игнорируют. Никому я не нужен вообще. Зачем я вообще тут пришел просить? Кого я прошу, ребята? Вообще тупо игнор. Вообще. Одеваем, ребята. Смотрим сейчас на реакцию. Бах. Так. Стоим. Смотрите. Тишина, все, начинается движуха, ребята, вау, трейд 14 миллионов, миллиардов гемов, нифига, братан, это что-то слишком дешево. Так, трейд у нас открыт, ребята, сейчас посмотрим, сейчас трейды повалятся стопудово. О, первый пошел, я что говорил, вот так вот, когда у вас нет петов, то вы никому не нужны, а когда у вас есть пет, то вы сразу, ой, блин, ребята, мне спалили, Фанрикс пишет, Фанрикс, о май гад, так, меня спалили, короче, Я понял. Так, что-то... Вот, второй трейд. Ребята, сейчас трейд. Вот, еще раз. Нормально. Вот, короче, вот как в жизни бывает. Пока у вас ничего нет, то вы никому не нужны. А только у вас появляется пета, все, сразу все друзья, сразу все кидают трейды. Все нормально. Они сейчас офигеют. Смотрите, что я сейчас сделаю. Сейчас. Так, а ну-ка, давайте вот так. Бах! Вот и все. Ну, бомж превратился в миллиардера. Посмотрите. Офигеть, какая, конечно, жесткая, большая у меня. Какой у меня жесткий большой паровоз. Вот этот летающий, блин, было бы круто, если бы все петы были летающие. А, Фанрикс, я твой саб. Братик, здорово, рад тебя видеть, конечно. Так, кто у нас тут? Давайте дадим подписчику какого-то питомчика нормального. Где он? Альпин, где? Я не вижу. Альпин, где ты, братик? Так, Престон, вот. А, у тебя трейд закрыт, братан, я тебе пета хочу дать, у тебя трейд закрыт. О май гад, друзья, о май гад. Открывай трейд, я тебе дам нормально какого-то питомца. Короче, ребят, о. Давайте, ребятки, дадим питомца вот такого. Так, а, Альпин отказался. Ну, нормально. Короче, вот настоящий подписчик. Не надо ему петов, надо просто, чтобы я был рядом, как говорится. Ребята, трейды пошли, все, закрываем отсюда. Выходим, давайте, потихонечку выходим. Все, сразу все появились, все уже знают, все сразу трейд кидают, друзья. Ну, круто, посмотрите, как красиво получилось, какой красивый паровоз. Офигенски красивый, нереально. Вообще, если бы все такие летающие были, это бы было просто нереально круто. Итак, друзья, давайте еще один сделаем. Еще раз притворимся нубом. Топ, братик, топ, это тебе, это Альпин, я тебе написал. Вы все крутые, ребята. Так, пойду еще на одну трейдинг-плазу, притворюсь нубом и попробую еще раз попросить петов. Посмотрим, если дадут мне петов сразу, нормальных, то я отблагодарю, конечно. Вот посмотрим на реакцию людей, ребят. Так, давайте, снимаем их всех, полностью снимаем. Оставляем вообще ноль, нифига не оставляем. Отлично, все сняли. И бежим обратно. Бежим, ребята, обратно. Сейчас я надеюсь, что меня сейчас закинет на сервак, который не такой же. Потому что будет, конечно, стрёмно, если я сейчас попаду в тот же сервак. Все те же люди. Хочется посмотреть. Хочется, чтобы меня не узнали, ребята. Хочется, чтобы были люди, которые меня не знают. Так, заходим. Все, никого нет. Отлично. Так, смотрим. Марат. Марат может быть, кстати, наш. А может и не быть. Так, куча людей. Заходим прям в гущу событий. Так, пишем, ребята. Пишем. Так. Please, pet. Ой, блин, Impossible Gamer, ребята. Impossible Gamer разговаривает на русском. Он может меня знать. Ты снимаешь, блин, меня спалили, чуваки. О май гад, меня спалили. Я в шоке. Короче, не получается, ребята, не получается. Надо заходить. Ой, мне френды кидают. Надо заходить, друзья, с аккаунтов, которые вообще не подписаны. Надо заходить с левых аккаунтов. Так, ребята, окей, повеселились и хватит. Давайте посмотрим на его анимацию. Давайте мы все снимаем полностью. Давайте все снимаем. Оставляем только одного этого пета. Так, ой, пушка, смотрите, пушка появилась, офигеть. Одеваем его одного и посмотрим, как он бьет. Ну, прикольно. Он как-то со стороны в сторону, смотрите, еще сильнее качается. То есть, если обычные петы как-то по одной траектории, то мне кажется, он совсем по-другому. Но нам нужно какую-то побольше локацию. Давайте посмотрим на побольше локации. Там, где сильнее сами вот эти, как они называются, сами сундуки. И посмотрим, как он их будет выбивать. Так, а ну-ка, оп. Оп, прикольно, ребята. Знаете, что я заметил? Раньше такого не было, друзья. Но сейчас уже можно сбить петами, даже не одевая других. Раньше нужно было обязательно одевать. Но уже недавно сделали, что не нужно обязательно одевать такого пета, который будет сильный. Он копирует всех самого сильного, который у вас в сундуке. Ну, прикольно, друзья. Точнее, в инвентаре. Вообще найс. Друзья, офигенский пет. Вообще, мне очень нравится. Очень крутой. Такой милый, я прям не знаю. Реально, самый милый. Даже милейший, чем обычные коты, чем хуп-кет.
планеты обычные, чем вот эти фестивы, ребят. Круто вообще, круто, очень круто. Ребят, очень круто, мне очень понравилось. Пет очень крутой. Спасибо большое Кукибою за помощь, за такой нереально крутой подгончик. Друзья, спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Давайте наберем 100 тысяч подписчиков. Не забывайте подписываться, не забывайте ставить лайкусики. Ну а с вами, как всегда, был ваш Фанрикс. Желаю вам хорошего настроения и до встречи в следующем ролике. Пока-пока!